Всем привет, дорогие друзья, с вами Владимир, и сегодня у нас интереснейшая посылка. Это пришла колоночка, которая разыгрывалась в одном из моих конкурсов. Давайте ее откроем, посмотрим, протестируем и отправим победителю. Итак, пришла колоночка, запакована она вот так вот. Оценено в $3, в принципе, пакетик, на ощупь чувствую, что никаких коробочек, ничего нету, то есть все, вес, цена, спикер и все, ни в чего не упаковано, там что-то мягенькое есть, по-моему, пупырка, ну давайте посмотрим, что там у нас, как она упакована и целая ли она, потому что продавец очень халатно отнесся к упаковке, знаю нашу почту. Вот, все, посылочки больше ничего нету. Колоночка упакована вот такую вот пупырочку. Такую вот пупырочку, пакетик. Не знаю, спасет он такая пупырочка, не спасет. Правда, двойная. Даже щелкает новенькая. Давайте дальше распаковываем. Так вот, здесь начинаются уже прибабахи. Положил он провод. Вот он провод один. Я так понял, штекеров много. Он, наверное, раздваивается как-то. Посмотрим. Вот, да. Значит, с одной стороны микро USB. С другой стороны USB и штекер. По-моему, он джек называется. Или джет. Что-то такое. Если я не прав, поправьте меня. По-моему, джет. Или джек. Точно не помню. Значит, вот, а теперь самое интересное, сама колонка. Сама колонка еще в одном пакетике. Сейчас мы докопаемся до истины. Вот, все, наконец-то я ее распаковал, и то не до конца, она вот в таком вот пакетике. Буду отправлять победителю, запакую ее получше. Но давайте ее... раскроем, порвем этот пакетик, он уже будет не нужен. Вот, нашел, открыл колонку. Вот, значит, вот такая вот колоночка. Прикольно, симпатично выглядит, зелененькая. Вот не помню, правда, какой заказывал цвет победитель. Значит, что мы имеем на колонке? Мы имеем защитную крышечку, по-моему, металл. Под этим металлом видно, что там находится динамик. Снизу у нас резиновая вот такая вот подошва, которая позволит не скользить этой колоночке по поверхности. Далее у нас вход для наушников. USB, это как раз, наверное, вот это вот USB, который подключается сюда и заряжается от чего-либо. Значит, USB. Перемотка, пуск, стоп и еще одна перемотка, и вот это вот, что я не знаю, кнопка. Значит, отверстие для микрофона, кнопочка включения и выключения, отверстие для CD карты и еще одна USB-шка. Значит, давайте попробуем включить. Она еще с подсветочкой и работает. Включилась. Меняет цвета, очень интересно. Радио FM есть. Mode. Есть радио. Давайте попробуем что-нибудь найти. Нет, к сожалению, радио не ловит. AUX mode. Сколько много разных режимов всяких, я даже не знаю, что это за режимы. Но давайте начнем с Bluetooth. Опять спасающий меня рабочий телефон, на котором закачаны треки, которые можно использовать в видеороликах. Давайте поищем. Сначала нам надо включить Bluetooth.
играет довольно-таки хорошо. Звук хороший, правда, немного дребезжащий. Да, довольно-таки хорошая колоночка. Давайте, знаете, еще что протестируем? Попробуем включить плеер. Воспользуюсь своим стареньким, но не подводящим меня плеером. Значит, подключил, текущая композиция. Все, включено. Здесь никак не реагирует. Bluetooth mode. Надо какую-то другую нажать. Нет. FM mode. Camera mode. Нет, на плеер почему-то не реагирует вообще никак. То есть я и перематываю, и включаю, но, к сожалению, на плеер не реагирует. Может быть, надо, чтобы не было закинуто в папках. У меня просто на плеере все песни раскинуты по папочкам. А так все хорошо, колоночка рабочая. Интересно, конечно, сколько на ней держит аккумулятор. AUX mode. Ну так вот. Так, в общем, колоночка рабочая. Интересно, конечно, посмотреть, сколько же она держит аккумулятор. Но поскольку человек давно ее уже ждет, то есть конкурс, пока я ее заказал, то есть неделя две уже прошло. Да, две недели прошло. Человек ее ждет, и надо ее отправить. И, может быть, он мне как раз и расскажет, а я потом расскажу вам, сколько же продержалась эта колоночка, каков у нее аккумулятор и как она работает. В общем, вот так вот. На сегодня все. Отправляется колоночка к победителю. Завтра ее отправлю. Ну, а на сегодня все. Участвуйте в конкурсах, получайте призы, вот, например, как этот. Оставайтесь с каналом, подписывайтесь. Всем пока, всем до новых встреч!